Шелди Парк — это полностью интегрированный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс. Мы впервые увидели дроны летом 2016 года. Мы первые в своем роде работники Shell, которые стали пилотами дронов. Мы делаем все сами. Мы прошли полную проверку авиации Shell. Когда мы имеем все в нашем распоряжении, это очень упрощает процесс. Когда для наших инструкторов настал момент отдать нам в руки дрон, оказалось невероятным то, насколько это было легко уже тогда. И сейчас, с выпуском Matrice 300, мы совершили огромный скачок в развитии. Это большой прорыв в таком быстро развивающемся направлении. Факельные установки, за которыми мы наблюдаем, всю паровую систему, которая работает с ними в комплексе, очень сложно контролировать с Земли, особенно в дневное время. Так что это очень важно, иметь возможность взлететь и получить вид сверху, чтобы узнать, горит ли факельная установка, есть ли у нас пламя. Новый датчик экономит время, так как зум-камера, 4К-камера и тепловизионная камера объединены в одну. Это очень мелкие, но принципиально важные вещи, которые должны попасть в кадр. И возможность сильного приближения картинки — это просто невероятно. Мы можем оказаться наверху и все увидеть, не подвергая персонал опасности. Когда мы совершаем полеты, все датчики включены. Мы точно знаем, как далеко мы находимся от оборудования и что конкретно мы снимаем на расстоянии. Таким образом, это делает полет безопасным и простым. Возможность иметь такие дроны и все сопутствующие им технологии — это огромный шаг в направлении обеспечения безопасности людей. И с использованием дронов мы снижаем необходимость отправлять людей на высоту. В любом случае, беспилотные технологии предоставляют нам эту возможность. Мы очень рады выпуску нового дрона с увеличенным временем полета, новым датчиком, мультикамерой. Он будет очень полезен для нас. Это, несомненно, сделает мою жизнь лучше. Я этому очень рад.